Вот и настал долгожданный день для наших выпускников. Финал марафона длиной в 11 школьных лет. Дорогие наши дети, осознавая официальность и торжественность происходящего события, сегодня хочется обратиться к вам именно так, тем самым подчеркивая теплоту, сердечность, душевность, установившихся отношений между теми, кто учит, и теми, кто учится. Объявляется благодарность и вручается Усову Никите за техническую поддержку по подготовке и проведению внеклассных... Торжественные, по-человечески трогательные мероприятия. И во всех школах проходят подобные встречи. Для ребят это прощание со школой, прощание с детством. Они вступают во взрослую жизнь. Многие из них, получив очень хорошее образование в средней школе, имеют шансы для поступления в высшее учебное заведение, для получения высокого уровня квалификации и последующей работы по профессии, по той профессии, которую они для себя выбрали как основное дело жизни. Я очень надеюсь, что многие из них останутся в Череповце или, получив образование в других городах, вернутся в Череповец, потому что экономика, бизнес развивается, создается большое количество новых интересных рабочих мест, дающих возможность для самореализации. В целом мне хочется пожелать всем ребятам, их родителям, педагогам успехов, благополучия, чтобы они добились всего, о чем только мечтают.